Оставайтесь с нами, сейчас будет очень интересно. Пересечение Украина-российской границы. Машину оставил и не закрыл окно. Когда буду куда-нибудь один ехать, я поэкспериментирую. Но с Милой такие варианты не проходят. Сейчас только увидят, будет кипер. Морячки. Ничего не меняется. Раньше много было мореходов в Одессе. Потерял по 150 гривен на каждом билете. Белье. Белье, леопардон? Вот это серьезно. Самое главное в поезде – это проводники. В поезд только садишься, сразу начинает хотеться кушать. Расстрелянное стекло. За удачное путешествие. Ну что, друзья, телепорт наш готов к перемещению. И если Вано заливает воду, то значит мы двигаем куда-то, секрет куда. Дядя Игорь одел парадную кепку, и это тоже хороший знак. Оставайтесь с нами, сейчас будет очень интересно. Милая с зонтом и в походном костюмчике, это тоже хороший знак. Что не так? 20 минут продолжается наше путешествие, и готов вам уже первый лайфхак закинуть. Перед выездом из Приднестровья, если ваш путь пролегает через Приднестровье, вот здесь можно очень неплохо, выгодно заправиться. За поворотом вот здесь внизу уже находится граница. 25 километров от Тирасполя. На выезде есть заправочка, на которой можно заправиться как за валюту, так и за вот такие волшебные рублики. Если у вас их нет, то вот там внизу есть супермаркет и обменный пункт. Если заправлять полный бак, то, наверное, есть смысл поменять. Почему? Потому что курс, по которому здесь считают, он не самый выгодный. Но в любом случае даже... вот видите курс в рублях. Дизель, евро-дизель стоит 15,60. В валюте 96 центов. А курс приднестровского рубля 16,35. В этой поездке мы тестим не только украинские железные дороги, но и украинские автомобильные трассы. Это место никак не получается у них отремонтировать. Миссия в этой поездке у нас отчасти секретная. Да, милая, расскажи, почему она секретная у нас? Секретно, потому что секрет? Вон оно что. Короче, вы поняли. А почему на самом деле это секрет? Буквально завтра уже станет все известно. Двигаем в сторону Российской Федерации. Свой любимый телепорт используем для доставки на железнодорожный вокзал города Одессы. Дальше тестим. Делаем инспекцию украинской железной дороги. Дальше у нас по плану пересечения Украина-российской границы. Конечный пункт назначения – город Белгород. Что мы там будем делать? Почему эта миссия секретная? Узнаете очень скоро. Пока что жмите на колокольчик, если вы еще этого не сделали. И подписывайтесь на наш канал. Одесса, как и водится, как и должно быть, морской здравницей Украине встречает нас солнышком. Вот здесь возле вокзала, смотрите, вот вокзал, есть стояночка, на которой удобно оставлять машину. Добрый день! Машинку хотим оставить до понедельника. Хорошо. Скажите фамилию вашу. Мартынюк. Сейчас попробую на машину. Давайте. Многие, я знаю, боятся оставлять машину на стоянках. Вот эта стоянка внушает доверие. Не знаю, 10-20 раз, может быть, оставляли здесь машину. Даже был случай, когда... машину оставил и не закрыл окно. Было открытое окно, в темноте не заметил. Ребята заклеили пленкой, и ничего не пропало, никаких вообще не было вопросов.
А, скажите, сколько стоит стоянка сейчас? 55 гривен в сутки. 55 гривен в сутки. Получается пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Это 220 гривен будет стоить. Хорошо. И второй вопрос. А в Украине вот такие кепки носить можно? Я не могу вам сказать. Не знаете? У меня, а допустим, там, где я живу, там деревня, там хоть что носить. А здесь город Одесса, хрен его знает. Знаете, сколько тут неадекватов, блядь? Хватает, да? Конечно. Ясно. Вам зачем это? Поставьте в машине. Лучше снять, да? Конечно. Понял, спасибо. Подойдете, возьмите чек. Да, да, сейчас подойду. Слышали, да, все? Вот так. Лучше убираем. Когда буду куда-нибудь один ехать, я поэкспериментирую. Но с Милой такие варианты не проходят. Сейчас только увидят, будет кипиш. Все как обычно, в любое время года. Жилье сдается в Одессе. А скажите, какие цены сейчас на жилье? Сегодня недорого, в июле дорого будет. Ну, сейчас не июль, скажите, сейчас какие? Сейчас 400-350. 400-350 за квартиру, да? Это с человека, да? Не всякая фантазия. С человека? Почему человека? За квартиру. За комнату 350 гривен. 350 гривен. Два человека. А, два человека за комнату. Все ясно. Спасибо. Вот так. В июле будет дорого, говорят нам. Серп с молотом, походу, на голуби заменили, мне кажется. Морячки. Ничего не меняется. Раньше много было мореходок в Одессе. Сейчас, по-моему, одна осталась. Вот здесь на привокзальной площади одна кафешка. Плюс-минус, где можно перекусить. А если времени чуть побольше, то на параллельной улице, вот так вот прямо по диагонали туда, есть компот. Довольно культовое заведение, сеть даже заведений Савы Липкина, такой в Одессе. Одиозный ресторатор один. Сейчас посмотрим, чем нас тут радует таким тощим наполеончиком. Опаньки! Где мамуля? Не хочешь с тобой? Охранять чемоданы? Да. Ну-ка пойдем посмотрим, может у нее там VIP-места? А, вот они. Уже. Кафе Fresh Line. Запрещено агрессивно вести себя по отношению к гостям и сотрудникам. Важно и к тем, и другим, видите? Приходить со своим или с продукцией других заведений. Не занимать места, если вы не гость заведения. Гостем заведения становится после покупки. Одна покупка на двоих. Ага. А если втроем пришли, то уже одна покупка не канает. Дополнительные удобства, бесплатные розетки, Wi-Fi без пароля и туалет. Спасибо, что убрали за собой. Очень мило с вашей стороны. Прекрасного дня. Вот это чисто по-одесски. Молодцы. Итак, следующий отрезок пути у нас будет происходить на скором поезде номер 60 до Харькова. Ловите очередной лайфхак. Приобретал билеты в купе нижних полок. Не было вообще. Пришлось купить верхние. Соответственно, в купе есть только две верхних полки. Пришлось в двух разных купе купить нам места. За сутки начали снимать брони, появились места и какой-то нормальный вагон, судя по всему, потому что билет дороже. Сначала билеты у нас были в первый вагон, теперь у нас в 20-й. Соответственно, интересно, где, откуда нумерация. Ага, вот первый, если был бы вагон, то вот так бы он выглядел, вот в нем мы должны были ехать. Ну, такой себе. Поэтому лайфхак заключается в том, что за сутки до отправления может появиться достаточное количество мест, можно легко выбирать. Билеты, которые я сдал, потерял по 150 гривен на каждом билете. Стоимость одного билета в купейного была 450 гривен, а приобрел билеты в модном вагоне по 650. Но в любом случае это, на наш взгляд, гораздо эффективнее, чем передвигаться по сегодняшним украинским дорогам. Ну и плюс с одной рукой тоже рулить не очень удобно, поэтому приходится тестить железные дороги Украины сегодня. Обратите внимание, Милая границу пересекла и уже поменяла окрас, как хамелеончики. Под чемодан. Да-да, теперь гламурная по всем правилам гламура. Леопардовый комбез, не менее леопардовый чемодан, леопардовый браслет. Милая, что еще у тебя леопардового? Настроение? Белье. Белье леопардовое? Вот это серьезно. Сейчас будешь переодеваться, посмотрим.
А здесь такое ощущение, что он как будто неживой. У нас, походу, самый новенький вагончик. 17-й, а потом 18-й или 20-й все-таки? 20-й. Здравствуйте. Нам в управлении железной дороги посоветовали ваш вагон как лучший на украинской железной дороге. Пока да. Будем сейчас инспектировать. Не сюда. Вы не против? Милости просим. Не сюда. Да. Билет надо показать? Я показываю вам раз. QR-код. Да, тут два. Вы можете сказать одно место? 13-й. Нет, 13-е вообще-то у меня. Вот так. У вас еще билеты с 13 по 25. Нет. Не-не, мы не группа. Мы не группа. Нет. Ну как, небольшая группа. Вдвоем. Вы смотрите, вы здесь какое место? Здесь 11 место. Вот, спасибо. 11, 12, 13, наверное. Нет, 13-е у меня, еще раз повторяю. Это мы не претендуем, не переживайте. Один, второй. Ну что, ты довольна? Да. Ну, слава богу. Смотрите, какой велюр, чистенький велюровый, как проводник сказал, пока он самый лучший тут. Вот, электронные тут места для инвалидов есть. Санитарная зона все-таки, да, закрыта. И VIP-места вот здесь. А, прикольно, еще и расстрелянное стекло. Судя по всему, вагон восстановленный, перестроенный, покрашенный. Он, похоже, переделанный, он восстановленный, видимо. Да, это реставрированный. Реставрированный, да. Путешествие на поезде, самое главное что? Самое главное – стаканчики, кофеечек. Причем рекомендуем кофе брать вот такой. А, отлично пахнет. Но это... чтобы вы понимали, нерастворимый кофе. Мясо забыли, так уже приготовили картошечку с мясом, вот так. Китайские конфеты настоящие. Спасибо большое. Спасибо большое. Но от них пломбы выпадают, поэтому если у тебя пломбы есть, то аккуратно. Попробуй мелко порубить. У меня там вставные лежат. Кто? Зубы? Или конфеты? Зубы. Я понял. Самое главное в поезде – это проводники. Конечно, вагон имеет значение. Обивка сидений, цвет. Это все важно. Но проводники – это самое главное. Ребята с юмором, молодцы, просто огонь. Снабдили нас хлебом. Сейчас обещали картошки пожарить. Но это все, конечно, шутки. Лимончик с кофем? Нет, не буду. Это сильно. Но вот рулетик. Смотрите, рулетик. Это неотъемлемая часть удачного путешествия. Мила считает, что это глютен, а я считаю, что это гормон радости. Особенно, если это с маком. Ваня меня поддерживает. Да. Правильно, сынок? Да. Вот. А Мила сухомятку с лимончиком. Лимончики хорошо, что они помогают без делать? Глютена. Они без глютена, это раз. Живот хорошо убирают, два. А вот с этим рулетиком все наоборот, ребята. Так что приятного нам аппетита. Милый, лимончика побольше, нам рулетика с Ваней. Смотрите, что происходит, даже сниму. Шок-контент. Вот глютеновый рулетик, не то, не вкусно. Нет, так не ешь, оставь, нам больше будет. Ты рассказываешь, вкусно. Да, и невкусно, да? Много теста. Посмотрите, сколько, много теста, говорит милая. Так, про кофе я вам не рассказал. Кофе нужно мелко-мелкого помола, так называемый в пыль. Такой кофе мы пьем дома, заваривая в турецкой кофеварке. Кстати, как-то надо показать, отличное приобретение после поездки в Турцию. Кроме магнитиков, там еще можно кофемашины покупать. Очень полезная и надежная штука. И потом он заваривается даже кипятком в дороге, потому что мелкий помол. Никаких трудностей с этим нет. Искусственный, невкусный рулет заходит. О, вот это вот тесто выбросить надо правильно. Молодец. Если вы в поезд где когда-то ездили, тоже такая история, что как в поезд только садишься, сразу начинает хотеться кушать. Что у нас на ужин? Он же завтрак и обед. Вот такой вот красивый помидорчик. Вот такое красивое мяско. Ты, кстати, раскусила, что это за мясо? Благодо. Что благодо? Причем здесь благодо? Андреич, реклама вам. Это мясо в черносливе.
плавленый сырочек. Лепота. Открывай рудник. За удачное путешествие.